Так по-русски с хлебом, солью и песней встречали в Липецкой области участников Дня Поли, который в регионе организовала ОАО «Липецкоблснаб» совместно с областным управлением сельского хозяйства при поддержке администрации Липецкой области. Образцы всей линейки сельскохозяйственной техники производства компании, вновь образованной Кировским заводом и мировым производителем сельскохозяйственной техники «Самой Дойцфар», аграриям Липецкой области и соседних регионов представили руководители Петербургского тракторного завода, дочернего предприятия Кировского завода и официального дистрибьютора компании «Техномир Агро». Презентация этой техники на Липецкой земле под брендом «День поля» стала первой в России. Мы проводим встречу, презентацию делегации Петербургского тракторного завода, выставку их техники и коллег из Германии, компании «Дойцфар». Мы рады приветствовать вас на этом событии, несмотря на уборку. Мы посчитали, что такие вещи всегда были, есть в первичном порядке, потому что стратегия развития всегда является главной, определяющей, во-первых. Во-вторых, техническая политика – это место первостепенное в сельском хозяйстве, ВПК в целом было всегда, есть и будет. Хотел бы сказать, что Питерский тракторный завод в связи с началом новой ветки совместного предприятия с компанией «Дойцфар» прежде всего рассчитывает на получение инженерных знаний мирового уровня для того, чтобы мы помогли таким образом изменить нашу технику и представленные услуги в виде нашей техники вам, чтобы поднять уровень благосостояния ваших хозяйств, технической оснащенности до мировых параметров. Мы сегодня понимаем, что есть ряд целых серьезных вопросов, в том числе нареканий к уровню техники, как к общей концепции машины, так и к качественному исполнению и так далее. И для того, чтобы пройти этот путь быстрее, начали такую серьезную работу непосредственно на земле, для того, чтобы понять, где мы находимся, как нам меняться, и какие конкретно знания мы должны перенести из нашего совместного предприятия. Именно поэтому сегодня здесь присутствует исполнительный директор, директор по развитию, которые должны пообщаться непосредственно техническими специалистами на земле, которые бы могли понять, куда двигаться в предприятии. Для нас очень важна эта работа. Мы будем очень благодарны за любой открытый диалог. Кировский завод работает с 1801 года. Это бывший Путиловский завод. Тракторы здесь выпускают с 1924 года. На презентации генеральный директор ООО «Техномир Агро» Кировского завода Владимир Кравченко рассказал участникам Дня Поля об особенностях питерских тракторов, известных под общим брендом «Кировец». Высокий уровень комфорта, простота в эксплуатации и ремонте, приспособленность к российским условиям. Техника работает и в пустыне, и в тундре. При температуре от 50 градусов мороза до 50 градусов тепла. Особый интерес для наших сельхозпроизводителей представляют две модели: традиционная К-744, улучшенная в 2012 году, и К-9000. Эта серия открывает новое шестое поколение тракторов «Кировец». Производительность этого трактора повышена, расход топлива снижен. На заводе действует уникальная программа поставки этих тракторов на двухлетние испытания в хозяйство. Техобслуживание при этом производится за счет завода. Гости не приезжают без подарков, поэтому я для Липецкой области, для Липецкой земли, для вас лично, каждому хочу предложить некий такой презент с нашей стороны. Мы вам предлагаем при закупке тракторов с двигателем Каменс, с двигателем Мерседес в августе-сентябре месяце эксклюзивную скидку в размере 7% на нашу технику. Если у вас есть желание ее воспользоваться, пожалуйста, закупайте технику в эти месяца. На встрече презентации была представлена линейка сельскохозяйственной техники «Самой Дойцфар». Эта фирма входит в пятерку крупнейших компаний по производству сельскохозяйственной техники в мире. Имеет 15 филиалов в странах трех континентов. Теперь «Самой Дойцфар» выходит и на российский рынок, создав совместно с Кировским заводом предприятие. Плюсы для наших аграриев очевидны. Тракторы, комбайны с интересными инженерными решениями, очень эффективные линейки сельскохозяйственной техники и агрегатов. Кроме того, на встрече были представлены образцы сельскохозяйственных орудий «Барго» и «Агрисэм», широко захватные посевные комплексы, принципиально новые дисковые бороны, плуги и так далее. Вся эта техника демонстрировалась и в полевых условиях. Впервые в стране по поручению Министерства сельского хозяйства России. Дни поля Российской Федерации начались именно с Липецкой области. АПК Липецкая область в этом плане была пионером. А сейчас речь идет о том, что технологии меняются каждые 5 лет. Естественно,
мы смотрим за тем, что происходит в целом мире, в стране, и у нас, и у соседей. Сегодня на поле мы показываем как бы тандем питерского тракторного завода и компании Deutz-Fahr Германии, которые объединились, сейчас составляют это одно совместное предприятие. И здесь вся линейка техники показана по теоретической части в работе, и затем методы покупки, обслуживания, внедрения в производство. Если раньше Кировский тракторный завод выпускал только трактора, да, мы помним, все К-700 и желтенькие, да, то сейчас выпускает уже и гамму сельскохозяйственной техники. Она тоже сегодня представлена. И впервые вот этот тандем показывает комбайн. Комбайн достаточно современный. Мы сегодня посмотрим в работе. Не самое обычное зрелище. В поле непосредственно с сельхозпроизводителями общается все руководство Петербургского тракторного завода, крупнейшего отечественного предприятия тракторостроения. За последнее время рынок сильно изменился. И я не просто приехал, я заставил всю конструкторскую службу завода непосредственно участвовать в полях, чтобы непосредственно от фермеров, от сельхозпроизводителей понять, какие сегодня здесь требования, какие у них проблемы, что с уровнем качества, что с уровнем оснащенности. Для того, чтобы воочию мы понимали на заводе, какие изменения надо делать и с какой скоростью их надо делать. Сергей Александрович, скажите, как вот идет сейчас работа над новыми образцами Кировского завода? Ну вот мы предоставляем модель как раз К-9000, это пока опытная модель. Мы предлагаем заинтересованным фермерам взять ее бесплатно и использовать их как такую опытную машину, которой они, с одной стороны, могут делать твою работу, зарабатывать деньги, а мы сможем пользоваться плодами эксплуатации машин с точки зрения понимания того, куда дальше ее развивать. Кроме того, модель К-744, она претерпела ряд модернизаций в прошлом году и в этом году. И мы сегодня ее предлагаем уже обновленную. То есть в ней решены все основные проблемы, которые необходимо было решить ранее. Сейчас нам необходимо понять обратную связь от фермерских хозяйств, продемонстрировать им, что мы меняемся, мы изменяемся, для того, чтобы сделать стратегию развития предприятия в области продукта, не исходя из только собственного опыта, а еще из опыта фермерских хозяйств и их технических специалистов. Новые перспективы для стратегии продвижения продукции завода создает и сотрудничество с компанией «Самой Deutz-Fahr». С точки зрения нашего сотрудничества, то здесь оно принесет пользу обеим сторонам. Для «Самой Deutz-Fahr» это возможность, да, выйти в рынок и получить доступ к дилерской сети, гарантии сервисному сопровождению и к нашим производственным возможностям, которые у нас, безусловно, есть и очень хороши. Вот. Для нас это возможность расширить продуктовую линейку, усилить свою дилерскую сеть и получить доступ к знаниям, которые нам очень необходимы. В области, я имею в виду, и системы работы всего бизнеса, от инжиниринга, производственной культуры, да, заканчивая системой гарантийного сервиса обслуживания, то есть взять их стандарты на вооружение для себя. Достаточно быстрый путь, который принесет обеим компаниям, безусловно, пользу. Характерно, что этот путь принесет пользу и сельхозпроизводителям. За все отвечает завод, мы полностью несем ответственность за эту технику и сопровождаем ее в эксплуатации. Это очень выгодно, потому что одно дело, когда компания за рубежом пытается это наладить здесь, вот, и другое дело, когда производственная база мощная, да, берется за это дело на этом рынке. Поэтому фермеры с помощью такого сотрудничества получат гораздо больший эффект, да, в качестве обслуживания этой техники с нашей стороны. Петербургский тракторный завод сейчас ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда техники. Специалисты предприятия работают над рядом очень перспективных конструкторских решений, в том числе по линии мощностного ряда. При этом, так как мы все-таки российское предприятие, мы должны выигрывать по цене. И, в общем-то, на чем зиждется продажи? Продажи зиждется на как раз четырех показателей. Это качество, это технические параметры, ремонтопригодность, цена. Если мы правильно будем заниматься этими параметрами, то, в общем-то, вот здесь как раз и конкурентоспособность машины. Вот мы на каждом параметре сейчас бьемся, причем выстраиваем систему и стараемся заниматься именно системой.
Теперь в эту систему входит и техника самой Deutz-Fahr с ее оригинальными технологическими особенностями, вплоть до оборудования, например, крыши кабины тракторов «Агротрак», стеклянным люком для визуального контроля при работе с фронтальным погрузчиком. Впервые в России Deutz-Fahr выходит с широким масштабным таким проектом на российскую землю, и именно Липецкую область они выбрали не случайно. Здесь мы уже большие, у нас есть традиции возделывания почвы в сельхозкультурах, в уборке урожая. То есть наша область является одной из передовых. Лучшие мировые бренды здесь уже работают. И вот теперь один из лучших комбайнов мировых Deutz-Fahr. Также лучшие российские трактора «Кировец» представлены на нашей земле. Ну, Липецкая облснаб является их дилерами. Мы будем распространять эту продукцию. Это первый демпоказ в России, но не последний в Липецкой области. Поэтому я хотел бы пожелать всем нам, участникам этого мероприятия, чтобы эта техника доказала свое превосходство на мировом рынке, и добрый путь с Липецкой земли.